Для меня очень важно, чтобы я увидела каких-то новых интересных дизайнеров, с которыми бы мы могли сотрудничать. Для меня очень важен их уровень, но, скажем так, мы делаем хорошую площадку, а дальше очень многое зависит от дизайнеров, чтобы они правильно могли всеми инструментами воспользоваться. Но, как я сказала, у нас, в принципе, мы стараемся все рассказывать об этом на сайтах, в наших образовательных программах. То есть, в принципе, если у дизайнера есть желание, то он точно сможет и прославиться, и правильно показать коллекцию, взаимодействовать с прекрасными нашими ритейлерами, которые лично приезжают и смотрят коллекции. Так что тут уже дело в их креативе и желании. Здравствуйте, меня зовут Дарья Шаповалова, я креативный директор Mercedes-Benz Key Fashion Days. Сегодня мы в Одессе открываем 6-й сезон Mercedes-Benz Odessa Fashion Days. Это круизная неделя моды, которая у нас проходит раз в году. Здесь показывают коллекции как одесские дизайнеры, так и дизайнеры из Киева, в общем-то, со всей Украины. Даже есть гости из Америки. Это бренд SSUR, Sure, и его создатель Руслан, он прилетел из Лос-Анджелеса, чтобы сделать вечеринку и устроить показ на Mercedes-Benz Odessa Fashion Days. Для нас важен индустриальный аспект события, то, что дизайнеры здесь показывают свои коллекции, потом едут с ними продавать их в Париже, например, для байеров, то есть в продаже байеров. Вот, о них пишет пресса зарубежная. Мы развиваем моду в Украине, поэтому нам очень важно, чтобы она действительно развивалась в нескольких аспектах. Одесса для нас важна, потому что это город очень самобытный, очень творческий. Здесь очень много дизайнеров, которые на самом деле по-настоящему талантливы. И есть много имен, которые выходцы именно из Одессы, которые построили уже мировые карьеры. Это и Анна Октябрь, Анна Октобер, и Паскаль, Юлия Паскаль. Все эти дизайнеры начинали на Mercedes-Benz Key Fashion Days. Так что мы их считаем, скажем так, своими детьми. И мы очень рады, что так много людей творческих живет в Одессе. И хотим их всячески поддерживать. И всячески поддерживать, развивать индустрию. Дарья, коротко о том, какая программа предстоит, что будет в ближайшие три дня. Вы знаете, программа Mercedes-Benz Odessa Fashion Days очень насыщенная в этот раз. Очень много показов. Fashion Market, который проходит в Отрадо Beach Club. Многие показы проходят там. Также презентации в Коконе. Сегодня открытие в клубе Панорама. Презентация коллекции Анны Кей, которую она сделала с Марией Примаченко и с ее правнучкой. Ну, собственно говоря, по эскизам, по работе Марии Примаченко. Но ее правнучка Анастасия будет тоже на событии. Примаченко, вы знаете, это величайшая украинская художница. Также будет порядка 20 показов в субботу и воскресенье, 3 вечеринки. Так что ждем вас на событии. Спасибо вам, Дарья. Спасибо.